Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушман, и сегодня мы продолжаем играть в Dying Light. Я только что начала записывать, прикиньте, ну я буквально только поздоровалась. Думаю, зайду, проверю, как всегда, настройки на компе, звук, там все нормально, входит как надо, все входит куда надо. И прикиньте, оказалось, что у меня микрофон выключен. Я такая, типа, о-о-о, капец, сейчас бы начала играть. Вот хорошо, что я все проверяю, поэтому надо всегда все проверить. Надеюсь, что я все проверила и все ок. Так что загружаем игру. Короче, сейчас будете ругаться на меня. Ну, в общем, я не выдержала. Я пошла играть без вас. Сука, такая вообще крыса. Я такая же крыса, как и главный герой. Короче, пошла играть без вас. Почему? Объясню. Да, блядь, что такое? Как будто ресница в глазу. Это что такое? Так, все вымышленное, все нереальное. Реальное здесь только ваше воображение. Короче, вчера ночью, я вчера не красилась весь день, дом была, готовила вообще, ну как нормальная жена. У нас еще вчера с мужем была годовщина. Ну, не свадьба, конечно, а как мы начали встречаться, 5 лет, достаточно хорошая, да, я считаю. Так, опять эти предложения интернетовские. Так, ну мы сначала с вами проверим. В компании, мы не в компании, а, ну это мы позже проверим. Ладно, продолжаем. Без событий. Тут какие-то события, видите? Текущие события. А что это значит? А может попробовать? Winter Events. Events. А, что по звуку-то? Погоди. А, ну вроде все норм, да? Или можно погромче сделать спецэффекты, например. Ну давайте попробуем, да, и посмотрим. Потому что все-таки спецэффекты интересны. Да что же это за события без событий? Я уж боюсь. События. Типа там будет новогоднее все. Текущее событие продлится до 23.12. О, давайте почитаем о событии. С огромной радостью и волнением мы приглашаем вас в опасное путешествие в самое сердце города в новом трейлере Dying Light 2 Stay Human, который был представлен на The Game Awards. Вы увидите суровую реальность этого жестокого мира, ставшую привычной для людей. Будем так все считать. Какая-то привычной для людей, которые живут в нем, а еще сражаются с зараженными, строят козни, налаживают отношения друг с другом и порой принимают сложные решения, чтобы выжить. Впрочем, с 4 февраля вы сможете сыграть и сами, и тогда сложные решения придется принимать уже вам. Короче, а что-то про изменения-то? Это типа... Чё? Да пошли вы нахер. Я думала, у меня просто добавится типа новогодняя атмосфера в игре. Ну вообще, посмотреть бы, да? А вдруг оно денег стоит? Я не хочу. Не, в смысле, не то, что мне жалко денег, просто вдруг это какая-то демо-срань второй игры, которой у меня даже не будет. Ой, столько всего изменилось, сейчас вам все расскажу. Не нервничайте, не начинайте, не нагнетайте обстановку. Короче, что было? Вчера ночью, я думаю, дай поиграю, но... Это, ё-моё, вечно такой звук глючит. Почему я думаю, дай поиграю одна? Потому что, клянусь, надоело без сурикенов жить. Сурикатов. Так, как всегда, проглючиваем. У меня, короче, такая фигня. Пока клава у меня настроена там на английский или на русский, он у меня не ходит. Как только я меняю клавиши, все класс. Короче, что было, рассказываю. Что-то я продала. Создала коктейль Молотова. Надо, кстати, его вместо... Сейчас вот так. Да, взрыв пакета. А, блин, взрыв пакета. Это мощная фигня. Знаете, вместо вот этого... Вместо фонаря им я не пользуюсь. Да, кстати, ракетами тоже. Но вот этим ультрафонарем тоже нет. Короче, ладно, кофе. Я собрала 4 кофе, до этого у меня было еще больше. Мне в комментах написали, что кофе, по сути, не нужен. Но там есть где-то какое-то задание, где нужно собрать 20 кофе, принести. И я решила, что соберу 20 кофе и положу их, короче, в свой сундук. И когда я найду такое задание, я пойду возьму из своего сундука... из своего тайника эти кофе отдам. Сигареты можно продавать. Я продала все свои украшения, можно сказать, драгоценности. Все продала. Нашла марли. Короче, мне просто надоело то, что я хожу как лох.
Мне хотелось, чтобы, ну, был варик что-то создать. Вот, например, аптечки, отмычки. Причем я сделала много отмычек, и выяснилось, что когда я один раз вот так вот использую металлические детали, я могу аж с одного создания три отмычки сделать. Ну, короче, клево. Коктейль мод, вот, сюрикены мои любимые. Сюрикены — это вообще лучшее, просто я их безумно люблю. У меня, кстати, и наряд такой, как у ассасина какого-то. Хотя, не знаю, ассасины, они вообще с сюрикенами ходят. Вот, потом, чё-чё-чё, ракеты я могу сделать. Я собрала груз. Вы это не видели? Я пошла, короче, там были чуваки, не зомбаки. Они на меня нападали, а я, короче, просто как крыса у них нагло взяла и стащила этот груз, который прилетел. Ну, вот это вот то, что мне надо обычно приносить. Видите, сколько у меня бабок? $4600. Коктейль Молотова сделал. Им я еще не успела попользоваться. Взрыв пакета. Что дают взрыв пакета? А это офигенная вещь. Я, на самом деле, не знала. Вот вчера попробовала. Ну, на самом деле, я поиграла одна для того, чтобы пособирать всяких ништячков. Потому что, блин, ну... Я не хочу во время летсплея постоянно везде ходить все обыскивать. Я в любом случае это буду делать, но мне хотелось вот конкретно походить пособирать. Взрыв пакеты отпугивают мутантов. Но это еще не все, ребят. Вы сейчас просто охереть. Что я нашла? Я вам сейчас на карте покажу. Вы сейчас просто упадете. Хотя, я не знаю, вдруг не сохранилась собака такая. Моя метка сохранилась, я метку ставила. Во! Метка не сохранилась, но... Я, короче, зашла в туннель, поняли? Вижу там дверь, и она заклеена, типа, не входите, там пиздец. Я, короче, подошла к этой двери и нажала, типа, осмотреть. И мой чел этому Крейну... Или я Крейн? Короче, мой чел какому-то чуваку звонит и говорит, слышь, я тут нашел какое-то место странное, заброшенное. И этот чувак мне рассказывает, что там были первые зараженные. Их там закрывали, типа, на карантин, но... Это, короче, не помогло, и в итоге эту зону закрыли, типа, опечатали, и там куча монстров, куча, понимаешь? Я, ну, вчера, понятно, туда не пошла, потому что вчера цель моей игры заключалась в том, чтобы просто пособирать. Ну, вообще, у нас, конечно, есть главное задание, вот, найти дом, хотя, я не знаю, главное задание, не главное. Точка назначения, идите в тюрьма. О, пошли в тюрьма. А это что? Проверьте, что происходит в квартире. Это наш дом? Короче, на самом деле, вчера еще мне пришло... А, вот, желтая мне вот сюда надо. А вот эти, типа, дополнительные миссии. Интересно. О, давайте прокачаем свое очко, как всегда. Так, научитесь улучшать, собирать предметы, создавать больше предметов из тех же материалов. А это что? Вот это вот деньги у торговцев. Блин, ну... Че у них покупать? У них ни хера нет, клянусь вам. Так, научись создавать сюрикены с тремя дополнительными эффектами. Ну, мне пока обычных хватает, если честно. Действием. А это я могу еще прокачать? Так, кстати, я могу из этих. Могу электротрубу сделать? Может, сделать? Бечевка. Бечевка мне для сюрикенов обычно нужная. Сколько у меня бечевки? Одна. Марли здесь очень важный предмет. Ну, к сожалению, пока ничего такого вот из усиленной ля-ля-ля не могу сделать. Какие-то травы мне надо собирать. Ну, кстати, тут на карте можно найти, где собирать эти травы. Типа, вот видите, тут можно грибы собрать. Тут какие... О, тут трава как раз. То есть мы ее там пхоем собираем, просто с поля срываем и создаем потом всякие предметы. Много чего изменилось. И, кстати, еще пока что я не вжилась в лютое игрище. Рассказываю, что я узнала из комментариев и из прошлой игры. Световая ловушка привлекает зомби. Вот эту, которую мы ставим, световую ловушку, она их не отгоняет, она, наоборот, их привлекает, чтобы они все собрались в одно место. Так, кофе можно дать на задание, вам рассказала, сигареты можно продавать бессмысленно, хотя кто-то написал офигенный комментарий, типа, для чего нужны сигареты? Сигареты нужны, чтобы после жесткой мочиловой с зомбаками покурить, расслабиться, мне понравилось. Так, все драгоценности можно продать. И мне написали в комментах, где можно найти пистолет. Справа есть какая-то бухта на карте с речкой, там маленький мост, дом. Один какой-то стоит. И лежит немецкий пистолет.
справа. Вот мы открыли карту справа. Тут не похоже. Тут какая-то тюрьма. Вот если мы бы с вами подумали посмотреть, поискать, пошерстеть, где эта речка и где конкретно этот дом. Может быть, где-то здесь. Может быть, где-то здесь какой-то мост. Я вижу маленький мост. Ну, я не знаю, он тут на карте выглядит маленьким, а вживую, может, он здоровый. Вот это похоже, ну, чтобы тут прям какая-то будка, ой, как и не будка, бухта, будка собачья, неизвестно. В общем, ладно, давайте сгоняем в тюрьму, тем более, что я тут совсем рядышком. Поставим сюда точку. Ой, настроение отличное. А подождите, мы палку создали, мы стали ее делать или нет? Сделаем. С другой стороны, что нам мешает рискнуть? Посмотрим, сколько нам эта труба даст. Инвентарь. Так, газовая труба, да, это то, что мы сделали. Чё? 28! Может, это не то? Что это такое? Газовая труба? То есть я на вот это потратила? Мы реально сделали газовую трубу? А, электротруба. Где моя электротруба? Подождите, я уже испугалась. Электро... Вы видите где-то электротрубу? Сука, а где она? Может, у меня нет места? А! У меня нет места. Надеюсь, она не на полу валяется где-то. Так, я думаю, она появится, как только мы выложим что-то. Так, я нахожусь в безопасной зоне, но здесь, по-моему, нет моего тайника. Но здесь есть чел, у которого можно что-то купить, но у нас нет места. О, марля. Могу ли я купить? Могу. О, давайте продадим ему. Нафиг нам вот это. Бита. Бита. Урон 47. Стоит дорого, но... Блядь, бита, стоп, назад. Бита. Выкупить. Так, тяжелая арматура. Дебильная вещь, на самом деле. Да, она урон 200, но она израсходует все мои силы, чтобы ее ударить, как бы. Ценности, кофе, сигареты продаем. А, ты что ж такое? Продать все. Кофе, в принципе, тоже можно продать. У меня там штук 15, наверное, лежит. Я думаю, мы еще насобираем, да? Домашние припасы. Вот это я пока не знаю, да? Это пока непонятно. Сюрикены — это мое любимое, запомните. О! У меня чё? У меня есть великолепный сюрикен. И просто сюрикенов 24. Видите, не зря я играла-то, не зря. Нож-крюк, я уж подумала, нож-кредитка. Бита, молот каменщика. Молот — хорошая вещь. Давайте молот продадим. О, крикетная бита. А, у меня две такие биты, слушай-ка. Только вот это получше. Зелененькая-то. Ай, нож какой-то ржавый. Его чинить надо будет. Блин. 40. 28. Ну ты щутишь. Но она электрошоком еще херачит. Дубина с гвоздями. Я думаю, достаточно, да? Продать все ценности. А что у меня еще за ценности? Кофе. Давай. Ну а чё, смотрите, какие мы богатые стали. Дубина с гвоздями. Ее можно разобрать. Правда, что она нам даст, да? Так. О! А. Так, дубина. Подождите, а где же то, что мы создали? Сука такая. Вот, набор помощи ЧС еще я собрала. У меня 5 аптечек. Патроны есть. Гляньте, гляньте. Ой, нифига, у меня шея покраснела.
Марля мы купили, отлично, отлично. Сейчас мы разберемся, на момент. У меня просто больше всего напрягает, что... Что где же то, что мы создали? Подождите. Электротруба. Ее же здесь нет, но она должна здесь появиться. Неужели из-за того, что у меня там что-то где-то места нет? Вот это, конечно, блин. 40. Я уже, в принципе, начинаю разбираться. Так, великолепный сюрикен пусть лежит. Фонарь, газовая труба. Так я же электротрубу сделала. Почему газовая труба? Может быть, она у меня получилась газовая? Я ни черта не понимаю. Просто зря, что ли, потратила чё-то. Так, тут ничего взять нельзя. А может, это бухта? А чё, похоже на бухту? Речка? Какой-то мостик маленький. Вообще, на самом деле, можно просто, элементарно, да, набиваешь в YouTube. Такая-то игра. Всякие приколюшки, штучечки, дрючечки. Просто смотришь, где эти все дрючечки, штучечки найти, отмечаешь на карте, и потом ходишь, ищешь, собираешь все. Сейчас мы туда залезем, если мы сможем. А мы сможем. Так, туда мне не надо. Так, тут есть что интересненькое? Хоть выбраться смогла. Ну, понятно, здесь как бы такая, типа, безопасная зона, тут ничего интересного. Подожди. Так, мне в тюрьму, мы идем в тюрьму. Сейчас мы выйдем, и у нас появится наше оружие. А может быть, у меня не появилось оружие, потому что я в такой зоне нахожусь, и тут, типа, не может быть этого. О, выход из безопасной зоны. Вы не думайте, я все равно собираюсь все обыскивать. Обыскивать это мое любимое. Халва, алкоголь. Еще что интересно. Так это то, что здесь можно найти прям аптечку. Ну, магазин аптеки, поняли? И там можно найти кучу марли, кучу всякого там такого. И я нашла один такой. Даже два. Два таких нашла. И там прям холодильники с всякими припасами. Ну как припасы, там алкоголь. Ну ничего такого прям, не то что много. Еще я выяснила, что можно обыскивать мусор. В прошлый раз мы выяснили, что можно обыскивать... машины. Я постепенно привыкаю к этой игре. Так, уже сдохло мое оружие. Так. G. Это не тот G, подожди. Пусть сюрикены стоят. Зато я протестила коктейль Молотова. Я думала, у меня сюрикены стоят, оказался у меня коктейль. Ну ладно, ладно, ничего не поделаешь. Так, мой самый любимый — это обыскивать машины. Пока меня никто не убивает, а сейчас меня кто-то будет хавать. Где он? Да где его? Да. Где моя машина? Бичевка. Бич. А еще. О, да иди нах. Из интересного еще. Мне в комментариях написали, типа, не, Юль, лучше все читай, потому что когда ты не читаешь, то вообще плохо, неинтересно и само не хочется читать. Так, надеюсь, его это застопорит. Нет, он бежит за мной, слышь. Слабо сюда перелезть? Выживший. Погиб. Да не, ну ты угомонишься, нет. Ну ты собака сутулая. Вот эти больные придурочные, которые бегают.
Че это такое? Да как вы меня достали? Вы мне дайте до тюрьмы, дайте, я вообще не туда иду, так-то сдох. Не знаю, что там в тюрьме, но я думаю, пока я не найду пистолет, мне лучше не суваться в ту зараженную зону. Так, выплывай, ты сейчас умирать начнешь. Надеюсь, зомби в воде не плавают. Я еще смотрела, где-то есть подводные водоросли. Тоже клево. Мне вообще как бы в другое место надо, да? Ну, блин. Вы что, всегда в играх идете прям туда, куда надо? У меня тут рядом тюрьма. Пойдем посмотрим, что в тюрьме. И что за тюрьма вообще? Что это? Идите в тюрьму. А, типа я сяду и поплыву в тюрьму? Давай. А чё это я, типа, в лист бумаги зашла? Дело дрянь, в этот раз парень по имени Морган, в итоге я угрожал все сжечь, если он не будет сотрудничать, это отвратительно. Договор с Раисом, этот Раис, сучий. Рассказываю я, значит, Славе. Он говорит, что, интересная игра? Что тут вообще, как тут? Я говорю, интересная? Кобздец. Он говорит, ну что, что, расскажи. Я говорю, ну, во-первых, главный герой — крыса конченая. У него есть первые главные. Я проверяю. Что это за две царапины какие-то? Типа он скоро умрет? Вот, видите, 11 кофе. Положить в хранилище. Давайте много чего положим. Вдруг у нас там это будет что собирать. Хотя что много чего поможем. Я не понимаю совсем инвентарь свой. Сколько у меня из чего? Сколько у меня свободного места? Вот что тут как бы... В итоге ничего не положил. Электроник только. Так. Положить все. Вот у меня вечно... Хотя... Ладно, эти можно создать. Так, что включить фонарь? Нажмите Т. Включу фонарь, пожалуй, знаете. И не знаю, что тут меня ждет. Вдруг тут вообще похлеще, чем в той зараженной зоне, про которую я вам тут рассказывала. Но! Так. А тут можно поспать? Короче, я в настройках увидела, что на меня нападают каждую ночь атаки этих зомбаков. А можно вообще это выключить? Или сделать в любое время, не только ночь. Или сделать каждую пятую ночь, или каждую ночь. Короче, это прикольно, что игра дает мне выбор не только уровня сложности, но и когда мне будет в напряг. Так, выход опять нам на лодку, да, если что? Идите к входу. Кстати, не факт, что здесь прям будет что-то страшное, потому что меня иногда даже немножко напрягает, что мне показывают какие-то мультики, и мне не приходится сражаться. Я смотрю, что забито у меня дерьмовое. Чё? Чё у меня время какое-то пошло? Найдите путь к тюремной оружейной. Так, можно и миссию провалить. Да ты чё, ящик даже разбить не можешь? Я видела, что разбивались. Он враг? А, блядь! Чё-то, наверное, вряд ли я выживу. Наверное, нам пока рано туда идти. Мне так показалось. Давайте пойдем обратно. Не-не-не, а, у меня время продолжается. А чё, мне надо просто найдите путь? Так, окей. Не, ну меня сейчас, конечно, шлёпнут сразу. Ц. Ёптать. Это не зомби, тут уже паркур не получится. Надо пробежать. Сука, дверь закрыта. Ну конечно, они меня завалят. В этой игре можно быть... Может быть так сложно?
Так, теперь как нам вернуться вообще назад, когда мы еще сюда не приезжали? Holy shit, не то слово! Это что такое? Я хочу уйти, мамочка! Мамочка! Беги! Все-все-все-все-все-все-все-все-все! Я просто не понимаю это задание, подождите! Что все сыграет дело, если меня убивают с первой секунды? Я их не могу убить, как минимум, без пистолета. Со своими сраными палками. Не, я просто не знала, что я просто реально, извиняйте, как бы дядьку, я думала, что здесь просто зомби будут. Если бы я знала, что здесь будут не зомби, а какие-то черти с автоматами, я бы, конечно, сюда не сунулась. Так, как домой вернуться? Валим. Ну рюкзак, он у меня везде, рюкзак, там все хранится, это как... Типа, как будто я его с собой ношу в свое хранилище. Тюрьма, так, тюрьма строгого режима, уединенное расположение на убере... Ах, ёптать. Не уберегло от ее от вируса, зато помешало мародерам. Оружейная должна быть еще цела. Понятно, там типа очень много оружия можно найти, но я не смогу туда пройти со своим ссаным уровнем, не прокачанным до максимума очком и без пистолета как минимум. Вы думаете, я что, типа, не смогу туда когда-нибудь пройти? Я докачаюсь до такой степени, что я их просто одной пулей буду выносить. Одна будет уносить нафиг сразу пятерых. Ну ладно, понтоваться будем позже, когда докачаем свое очко. А сейчас давайте посмотрим, куда нам идти. Нет. Сука, я не пойду туда. Это же тюрьма. Или нет? Так, сука. Откроем задание. Загр-контент. Что это значит? Заграничный? А, загруженный. Понятно, это дополнение. Блин. Сюжетное задание. Побочный день матери. Короче, в чем суть? Нужно иногда такие дополнительные задания тоже выполнять, чтобы прокачиваться, потому что все-таки по сюжету и монстры становятся сложнее, еще что-то. Так, мне нужно у кого-то припадки, мне нужно лечение ему кому-то. А, это вчера, короче, было. Так, выбираем вот это задание. Показать на карте. Вот, мы пойдем сейчас с вами в дом Гази. Сюжет это, конечно, очень интересно. С вами соглашусь. Но мне вчера поступило сообщение, когда я просто ходила, тут все рыскала, обыскивала, собирала нам разные с вами припасы для того, чтобы игра была приятней, чтобы у нас было много аптечек. Ну, короче, вы сами понимаете. Во, как слышно, Крейн? Что такое? Кто-то обратился на 18 этаже, мы пытаемся удержать ситуацию под контролем. К черту! Нам нужен антизин. Кровь из носа, делай быстрее. Я обещал два ящика, Брэкен, целых два, клянусь, я сделаю все, что могу. Ты, боже, ты поспеши, прошу. Боже, боже. Я буду спешить, как только могу, но что я могу сделать? У меня же нихера нет. Это ж мне надо сначала что-то сделать. А мы сейчас пойдем просто и поможем, знаете, чем? Убьем нафиг там, кто обратился. А это что? Нет, туда не могу. Тогда валим. Ага, так, по горам, значит, херачить будем. Господи, иногда они так кричат, как будто они вообще крэйзи. Так, ты что не можешь зацепиться? Ты что? О! Так, кому-то, если мои игры не нравятся, смотрите другие игры. Мне вот лично нравится. Играю в своем стиле. У всех разный стиль игры и прохождения. Мне нравится пошлять, пшероебиться, собирать такие ядовитые цветочки. Что я считаю, что игра должна приносить удовольствие. Иначе какой смысл? В смысле, вы хотите, чтобы мне игра была как работа, да? Я снимаю это на летсплее, типа все дела. Ой, кстати, тут я была. Интересно, появилось что-то новенькое? Ну, конечно, сука, если взломать, наверняка должно быть что-то. Тварь. Тварь. Клёво там орут зомбари. Лопата! Только смысл в ней? О, мешочек. Пусто. А, нет.
Это такой, типа, пункт перевальный. Нихера непонятно, сейчас куда идти. Мне, блядь, вообще вот сюда. Сначала поставим точку сюда. Это просто издевательство, издевательство. Опять же таки, а вдруг меня опять не в ту сторону? Ну что такое, а? Вот туда мы сейчас пойдем по лесенке. Короче, кто-то в комментариях написал то, что я не вчитываюсь, не разбираюсь в сюжете игры, что это мое огромное упущение, что я должна полностью интересоваться сюжетом. И типа неинтересно смотреть мою игру, потому что я... Ты сейчас где? Не знаю. На полпути. Тебе надо кое-куда забежать. Зачем? Наши ребята потерялись где-то возле рынка. Вот, видите мне? Ну, это ж не мое дело. А я тебе поручаю, найди их. Или даже не трудись возвращаться. Надеюсь, это и есть, ребята? Ты наш? Эй, что ты тут ищешь? Жгут или что-то вроде, как только Рейс доберется сюда, жгуты окажутся в большом дефиците. Любимое занятие Раиса и его молодчиков. Я об ампутациях. Раис от них кайф ловит. Спросишь, откуда я знаю? Этот изверг 3 недели держал меня в заперти. Я такого насмотрелся. Иногда он словно экспериментировал. Ну, чем это лучше всего сделать? Мачете, топором, дробовиком. Черт, одному из своих людей он оттяпал ногу по колено, а потом ввел Тахиру. Засечь время. Как... Скоро бедняга истечет кровь, велел. Притом, это действенная стратегия. Когда убиваешь врага, ты избавляешься от одного врага, но если ты калечишь, тогда ты не только выводишь его из строя, но вынуждаешь, по крайней мере, еще двоих заботиться о нем. 3 по цене одного. Ну, думаю, садизм способен приносить дивиденды. Ты просто источаешь оптимизм. Ты тут, наверное, обыскиваешь как лох. Сейчас я тут все обыщу по-профессиональному. Так, кого-то еще искать надо. Че ты, лох? Так я думала, это этот потерявшийся. Нет, не потерявшийся. Что-то горит так, как будто там что-то взять можно. Небось, мусорки стоят вонючие. Ой, не, нахер. Пусть этот чел сам с ним разбирается. Мы вот эту машину посмотрим. Саным... А, да, может, не припасы, не так плохо. Я думала, кофе. Так, у нас есть важное дело, и мы как бы идем по этому делу. Так вот, это неправда. Это не, это просто клевета. Это просто наглая ложь. Потому что я не вчитываюсь в задание. Я знаю. Мне достаточно знать, что главный герой просто конченая крыса. Да, бля, опять сломанные ноги. Не люблю. Не люблю я ломать ноги, знаете... Я все понимаю, и все. Ну, во-первых, хотелось бы еще кое-что вам прокомментировать. Когда человек играет, он не может заметить все сразу. Вот я, например, когда смотрю чужие летсплеи, я иногда думаю, блин, ну как же ты не видишь? Ну вот же, ну ты че тупишь? Типа, вот лежит, ты это не взял, то не взял. Вот. И когда ты смотришь со стороны, я вот даже сама свои летсплеи со стороны смотрю потом, да, ну, не при монтаже, а в монтаже-то я вообще особо там не смотрю. Потом иногда бывает настроение, думаю, дай посмотрю, что я там снимала. И я, когда смотрю, я понимаю, что я много чего упускаю, много где бывает туплю. Ну, просто пока ты играешь, особенно и болтаешь, как я сейчас, ты не можешь все сразу заметить, понимаете? Я, бывает, смотрю и думаю, блин, пропустила, вот это не взяла, вот это то, вот это все. Поэтому не надо там злиться. Не все я успеваю читать тоже, знаете ли. Я же не вундеркиндер какой-то. Я не могу, у меня не 5 глаз. Или я не могу так вот глаза одно читать, другим идти. Это что? Тут можно что-то искать? Что надо было полюбопытствовать. Вот, так что не знаю. Ну, я норм, кстати. Это единственный, наверное, какой-то там негативный комментарий был. То, что, типа, неинтересно смотреть, потому что я, типа, там не сильно вчитываюсь. На, по жопе. Поджопник.
Клевое, кстати, место. Типа тут куча всяких сумочек. Ну, понятно, люди куда-то сваливали, побросали. Правда, там нихера нет. Блять, не обыскивается, что ли? Что за подстава? Или я это уже посмотрела? Ну, на самом деле, надоели мне эти зомби. Как бы вам так сказать? Ну, как надоели? Просто... Ну, какие-то они, не знаю, то шустрые, то не шустрые. Тут, кстати, можно этот... зачистить зону. Но мне кажется, тут много врагов. О, блядь! Пиздец. О, боже, эта сука еще и бежит за мной. Муха-муха, да ну нахуй. Не, ну ты глянь, а. Давай же, давай же. Не, ну это вообще... Все еще бежит? Неужели она все еще бежит за мной? Вот эти самые стрёмные. Сейчас даже нездоровые жердяи такие неповоротливые. Самые стрёмные, которые наоборот бегают. Вот вам ловушка. Они все, короче, сейчас пойдут на этот свет. А когда я решила проверить, что же такое взрыв пакет? Вот она, сучка. Ну ладно, давай, давай, залезай. Все? Уже не нравится? Давай, сука, нападай. Они такие, знаете, как будто разумные. На, сука. Все, допрыгалась, змея. Подколодная. Так, давайте посмотрим, куда нам идти. Мы вроде шли куда надо. Потому что тут пошло не так. Это как? Это где? Это тудой? Так, сюда не залезать. Это, походу, туда нам. У нас есть вариант забраться туда. Ой. Вместо того, чтобы идти, ножкой бью. Я просто хочу понять, как нам будет лучше, удобнее туда быстрее забраться. По вот этому дому можно попробовать. Это просто прикольная, как бы, идея, скажем так. Попробовать именно по этому дому забраться туда. А была ли я здесь вообще? На самом деле, у меня еще столько всего неизведанного, но выглядит так, как будто я здесь была. Еще и взломать надо, ты посмотри, а? Не, ну правильно, с другой стороны. Да, сука. Ну ничего, я, кстати, успокоилась по поводу отмычек. У меня их много. Я знаю, как их создавать много. И знаю, из чего их создавать. Из любви. Да ну нет, Джи. О. Ага. Нужно, главное, не нервничать в этом деле и наловчиться. Так, опять эта ссаная бита. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ничего такого, чтобы я порадовался сильно. Еще одну взломаем. На пасашок, видите, как быстро. Легко, легко, говорят же, легко. О! О! Что тут еще берется? Что, что, что? Отлично. Вот, кстати, вот эти скорые помощи тоже надо обязательно нам открывать. Взломаем, взломаем, потому что там могут оказаться аптечки. Еще и взламывать легко. Уа, что вы со мной делаете? Это же просто ценный продукт. Так, ну... Это какая-то другая зараженная зона. Я здесь не была. Это же не та, которую я находила. Потому что та, которую я находила, она была в другом вообще месте. Да. Я нашла этот, а сейчас я нашла этот. Ну, чё сказал? О, я туда еще и зайти так не могу, глянь. Не, могу, могу. Сейчас посмотрим, что нам расскажут про эту зону. Просто чтобы вы представляли. Тут же вход какой-то есть. А, это прям зайти... Уже. Чё-то я пока не знаю. Подождите, мы же хотели выполнить какое-то задание. Короче, видите, тут очень много мешков. Типа, ну, понятно, с трупами. Вот. Пусто. Поэтому, ну, короче, тут тоже, видимо, было такое какое-то местечко, где зомбаки были. Они их называют кусаками.
Сейчас мы тут все обыщем, что нам? Вы получили сборку предметов. Стоматолог. И что? Я теперь что-то могу себе зубы чинить? Какие-то лекарства новые создавать? А, вон они там. За воротами. То есть тут-то все как бы норм. Так, это моя арматура сломанная или как ее? Пусто, пусто. Ну что? Ну, в принципе, мы можем зайти сюда. Потому что это место не выглядит таким страшным, как тот туннель. И, возможно, тут стопудово куча зам... Ну ладно, давайте зайдем, если что, убежим. Я не увидела, там какая-то сложность была написана. На складе химикатов произошло что-то ужасное. Теперь все вокруг загрязнено ядами. А засевшие тут мутанты обрели странный пугающий вид, и они очень опасны. К тому же здесь есть костюмы химзащиты и наборы помощи при ЧС, которые очень пригодились бы выжившим. Я думаю, нас тут опять убьют, что звучит слишком профессионально. Так, соберите все наборы при помощи. Сложность. Трудно. Награда. А можно поменять сложность и не принимать? Что трудно, что-то, блин. У нас вариков немного. Мы уже приняли. Но пока что они находятся за электричеством. Я думаю, мы как бы собраны наборов. Это явно не набор. Нам явно надо залезть куда-то наверх, а потом прыгать куда-то вниз. О! Оно мне прям подсвечивается, чтобы как, ну, не для лохушки, что я могу вот так вот пролезть. Даже мы пойдем дальше. Так, это зря. Погодите, а мне, бля, у меня вариантов немного. Мне надо туда. Ну, конечно, если мы тут сейчас начнем, ну хотя не, мы можем их замочить. Это же не жесткие, да? Сейчас кто-то мне писал в комментариях, можно присесть и их бить. Но, о. Главное, чтобы сзади никто не залез. Сейчас мы вот так вот очистим территорию. Хотя мы, я думаю, ее не зачистим все равно. Так, давай, давай. Да блин. Что-то он понял фишку и перестал мочиться как следует. Че бы вам такого бросить, да? Сурикен. Короче, взрыв-пакет, он их отвлекает. Ой. Что тут можно взять? Давайте осмотрим территорию. Ладно. Попитка, не питка. Тем более, трудно... Что это значит? Трудность. У меня стоит режим такой выживания, типа... Не сильно замороченный. Блядь! Да сука, что-то они меня вообще заживали все. Так, нам нужно передохнуть. Отремонтироваться. О, я могу вот эту штучку взять и кинуть ему в бошку. Отлично. Блядь. Окей. Вот. Все. Блин, ты ее просто бросил. Тут еще один был. Что-то он забыл вообще, в чем смысл.
А, у меня все, палка моя сломалась. Ну, это, конечно, несерьезно, вот такой дубиной. Вот не вообще. Оружие у меня, конечно, лоховское. Но зато теперь мы с вами спокойно здесь все обыщем. Разберемся совсем по порядочку. Мне, конечно, не понравилось, что там написано про трудно. Я думаю, и боюсь, и переживаю, что там ждут меня все-таки не такие челики. Все-таки, я думаю, там будет жестче. И мне это, конечно же, не очень-то понравилось, потому что, как вы видите, хожу я с какими-то палками и говном. О, деньги. Тоже, кстати, смотрела, когда свой летсплей, увидела, что пропустила. Пропустила в один момент. Такие валялись на полу. Опа. Взлом трудно, но я постараюсь. Это было так трудно. Что же? Рыбацкий нож плохо. Короткий не очень. О! Алкоголь, деньжатки. Вот такие мешки надо мне не забывать разглядывать. Или это не деньжатки были, а сигареты? Или это я потом взяла сигареты? Так. Сейчас. О, да, там, видимо, просто всякие ништяки в этих мешках могут храниться. Клинок. Это наши сюрикены. Батончик сейчас нам десяточку здоровья добавляет. Мусорка. Марля. Где тут что еще есть? Что? Ну, кажись, мы тут все осмотрели, да? Или я что-то не вижу? Это что? Ток убирает? А может быть, лучше вернуть ток? Мы же все-таки не хотим, чтобы они отсюда выбрались. Так, ребята, говорю. Там будет очко. Там будет очко, но там все наши задания. Так, а есть внутренняя карта? Что за легенда? А, легенда. Выживший, понятно. Кстати, клёво. Кладовщик. Кстати, у кладовщика я могу собирать всякие ништяки. Случайная встреча, предмет. Зона карантина, мутант. О, враг. Это мутант с дырочкой. Я думаю, мы можем такого легко встретить сейчас. Ну, погнали. Что здесь произошло? Вот здесь неиспользованные. А я на эту кислоту могу наступать, интересно? Ой, блядь, не могу. Лучше бы мне на нее не наступать. Ой, кошмар. Сразу аж. Где аж? Что-то я не могу. Я и бегу, и аж нажимаю. Аж. Аж. Так, сейчас. Тут безопасно? Тут безопасно. Ой, кошмар. Ничего, мы сейчас что-нибудь придумаем. Это что такое? У меня через стену, что ли, бьет? Ладно, если что, заново начнем. Если что, отсюда вообще нахер уйдем. Невелика проблема. Главное, аптечки у меня есть. И я сейчас создам коктейль Молотова, если мне это позволяет. Мой арсенал. И все будет огонь. И мы их просто закидаем коктейлем. Так, я вижу, 5 точно врагов есть, если не больше. Изящный короткий нож. Может быть, нам попробовать что-то новенькое? Так, у меня стоит нож-крюк 80. Тяжелая балда, которая долго загружается. 68. Вот это вообще отстой. 32, 63, 51. 51. Блин, ножик, конечно, вообще... Отстой. Что это значит стоимость?
Они такие дорогие в магазине, я их типа продам. Ладно, 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 ладно. Капец. Как минимум аптечки точно создаем. Сходу. Пусть будет много, я не знаю, что нас ждет. Так. Коктейль Молотова. Коктейль Молотова. Ракету можно сделать, но вопрос, как ей пользоваться. Так, запускайте одну из них, и ее увидит весь город. Вдобавок она будет держаться на расстоянии мутанта. Не, это что-то очень объемное, огромное. Раз она будет лететь через весь город, мне надо просто, чтобы она нахер взорвала их всех внутри. Понимаете? Я думаю, нам пока хватит просто, чтобы понять. Выберем коктейль. И посмотрим, что будем. Уберем эту палку ссаную. И эту. И эту. Оставим вот эту кирку. Теперь мы с вами продолжаем. Мы так и не добрались до той деточки. Ди! Пока я сейчас не знаю, куда кидала. Блять, кошмар, кошмар. Я нажала H. Понятно, надо быть... Да не хочу ничего говорить, да что это за бред? Где мы сейчас начнем? Так, перед тем, как мы туда зашли. Окей. Понял. Понял. Коктейль Молотова один. Ну, мы можем, в принципе, с сурикенами их захерачить. Чё нам, чё? Или распугать. Сколько у меня тут вообще всего, что мне надо взять? А, пять. Пять наборов. Пять наборов. Так, а чё это? Там же все мертвы, верно? Где я вообще? С какой стороны? Так, все мертвы, отлично. Хоть что-то у нас не просралось. Дверь уже открыта. Супер. На кислоту наступать нельзя. Можно, кстати, сюда выманить. Ну поднимайся, поднимайся. Так, слушайте, мне надо мышку поменять. Бля, не долетела. Наверху плохо, они меня сверху отлично видят. Один где-то внизу. Но где? А как я так все равно не... А во. Во-во-во. Чё это? О, я думаю, мы справимся с этим заданием. Так, один из пяти имеем. Залезаем, пока нас не услышали. Давай, залезай, ты чё? Можем идти медленно. Ага. Нахуй фонарик. Так, нас заметили. Сука неубиваемая. Бля. Убился? Нет? О. Плюс 300, соси у тракториста. Так. Что-то тут какой-то запашок. Тут тоже у нас что-то должно быть. О, прикиньте, а мы это тогда не заметили. Мы ж тут открыли, мы ж тут и сидели. Ничего-ничего, сейчас разберемся. Нафиг фонарик. Присели. Где? Вон он. Ничего, джишек у меня много. Так, это уже плохо. Так.
Это плохо, это плохо. Блять. С другой стороны, может быть, лучше даже пробежать, знаете, чё? Так, они меня уже все равно запалили. Давайте выберем джишки. Нам просто... Джишки, сюрикены. Нам просто нужно найти... Сука, не допрыгнул. Не допрыгнул. И сейчас сдохнет. Аж, аж. Давай же, ёб твою дивизию. Аж. Давайте сразу зайдем, сделаем себе, чтобы у нас всегда были ашки. А, я не могу сделать аптечку? Да ладно. Нет ничего? Или я их уже сделала? Сколько у меня вообще аптечек-то осталось? Фух. Норм. Живем, живем. Так, главное, чтобы у нас все входы были вот такие, удобные. Кайф, что они сюда не залезают. Ого, вон они там обычные. Ой, блядь! Окей, один обычный зомби. Чё нам? Три. Надеюсь, отсюда зомби не вылезают. Клинок, это же наш сюрикен. Так, здрасте. Продолжаем нашу с вами вылазку. Тут нам, походу, придется зайти. На самом деле, быстро взять и свалить можно. Зачем нам тратить на них время? Тем более, что там внизу жесткие уроды. Не, на самом деле, тут все как бы несложно продумано. Так, нам нужно вот сюда куда-то. Стоит тут прям и тупит. Не знаю, наверное, это зря я это. Так, а этот что, живой, не пойму? Живой, а что это он лежит? Спит, типа? Прикидывается? Ну, не будем мы его будить, конечно. Но, с другой стороны, он что, тут один самый страшный остался? Не, ну нас, конечно, тут убили. Живой. Он, наверное, еще живой. Хотя нет, не горит уже на карте. Так, нам нужно вот сюда. Куда-то. Вот. Фью. Конечно, мои хорошие. Так, вниз я наступать не могу, там кислота. Да давай уже, ну пошли отседова. Так, у меня есть тут трос, по которому я могу пролететь, чтобы не париться. Так я и сделаю. Давай. Ладно. Я могу сделать и так. Очень долго. А, ну давайте отключим. Мы же тут всех, в принципе, убили. Чтобы нам, если что, током не шибануться. Ну, я, конечно, надеюсь, это было правильно. Решение. Все, мы выполнили достаточно необычную, сложную миссию, если честно. Подрались. Подручные Раиса пропали в высотках. Что бы с ними там ни случилось, они заслужили это и даже хуже. Но я неподалеку, так что Карим посылает меня на поиски. Мне нужен антизин, я не могу отказаться. Так он неотказный, безотказный мальчик. Такс. Блин, ну, гении мы. Расскажу мужу, будет гордиться мной. Ну, а теперь мы с вами пойдем по нашей протоптанной тропинке, собственно говоря, уже по заданию. Блин, как они заколебли меня. Вот так вот выскакивать, еще у них тут никогда ничего нет.
Ох, сурикенов, конечно, потратили много, но в любом случае, мои вы хорошие, нам это добавляет очков. Вы сами знаете, очко это очень важно в этой игре, да и вообще в любых выживаемых играх. Очко это всегда важно. Теперь бежим. Мусор. Кто это идет? Кто это идет? Идет. Все, я иду. Мне просто уже неохота и с ними драться. Не, я понимаю, игра такая, она как бы заставляет, в принципе, драться со всеми. Так, злобный мутант. Зеленый, сука. Опять блевотина это. Не хочу я на него тратить время. Он еще за мной не бежит. Зачем он мне нужен, да? Зачем нам, собственно говоря, все это нужно? Есть кто? Никого. Металлические детали. Это же просто изумительно. Могу я тут спать? И слава богу, что он не хочет спать и не может. Вот так. О чем мы с вами еще поговорим? Ну, наконец-таки мы найдем пропавших. И доставьте набор помощи ЧС при ЧС кладовщику. Ну, доставлен. В чем сложность? Какой цветок. О, блин, ёпта, бежи! Сука. Я знаю, что они взрываются, но хуже всего, что они привлекают злобных мутантов. Как мне... Ну, я уже вижу, за мной бежит злобный, конченый, ёбнутый мутант. Сука, где нах? Все, видали? А, нет, она, кажется... Подумала о том, что она вернется за мной бежать. Так, за мной бежит один конченый злобный мутант. Потом здесь еще есть. Давайте спасем. Хотя... Тут видите, где-то чувачку надо помочь, синенький. Все-таки игра, это же не просто вот типа побежал, выполнил задание. Это же и дополнительные какие-то, помогать кому-то, что-то где-то. Тут кто-то есть? Ну давай, сука, залезай. Да, а ты допрыгнешь вообще? Она внутри дома, она сейчас отсюда где-то вылезет. Господи, какая же она больная дура, а? Вот такой звук тупой был. Да нет, ты вообще... Что за оружие у меня? Еще отходит, сучка. Так, никуда не уходить, я тебя обыщу. Так, надо помочь этому челу. Сейчас я сначала все обыщу. Чел, не умираю. Мне надо кушать вот этот энергетический батончик. Так, прыгнем, чтобы не сломать ноги. Найдем вход. Где-то он должен быть. А где вход-то? Слышите крик? Они где-то наверху. Вон там, в окне. Ага. Ну тут что, прикиньте, тут. А, точно. Господи, я думал, ты из этих нелюдей. Награда наличные. Это награда я получу? Давайте проверим, да? Вот в тот раз я не... Так, 383 у меня. Ну, 6383. Все, это получаем мы. Он нас наградил. Друг, откуда ни возьмись, они набежали. Спасибо, в самом деле, если бы не ты, я бы уже стал одним из них. Да-да, здоровья. Чё мне? Это моя задача, моя работа. Я у тебя сейчас что-нибудь заберу. Береги себя, гляди в оба. Я себя так берегу, чел, ты даже не представляешь. Ты даже не представляешь. Ну все, видите, какое доброе дело, хорошее. Вы говорите, по миссии не идешь. Ну как вот, идешь, человеку доброму не поможешь. Тем более он нас даже наградил денежкой. Монеточку нам скинул. Так, мои любимые машины, я ее открою. Здесь, конечно, зомби мне не помешает, а он уже совсем рядом. Суки, так, кажется, время пришло для тяжелой артиллерии. Так, тап, мне сказали, это типа shift со стрелкой, но у меня так не работает на тап, поэтому придется мочиться тупой хертой. Бьет! Не, ну вы видела. Не, ну ты видел вообще. Да подожди ты. Так, мне нужны взрыв-пакеты. Вот, смотрите, что будет. Оп. Все, пошли нах отсюда.
Короче, они все пошли туда разглядывать эти звуки. Так, я же открыла, что за издевательство? Сейчас сядет камера на самом интересном моменте. А, птичка, супер, 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 супер. Вон, видите, они все пошли туда разглядывать, лохи тупорылые. Просто конченые лохи. Так, дай обыщу, отвали. Да ты... Ой, вы видали, какая морда у нее? Все, ладно, бежим. Да, блядь, бежим, говорю, бежим. Вообще обнаглевшие цепляются. На, прыжок. Супер прыжок. Ну почему постоянно вот это вот? Давай. Сука, опять что-то не открыла из-за вас. Джи. Пошли отсюда. О. Не-не, классная вещь, классная вещица. Нам еще с вами надо оружие найти. Дело по горло, сами понимаете. Да ну, блядь, все, ну понятно же, ну понятно же. О, тут тоже какая-то карантинная мера. Блядь, вонючий урод. Я пропавших ищу, да? Ой, короче, ребята, давайте на этом заканчивать. В следующем выпуске будем искать пропавших. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, лайки, комментарии. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Всем пока. Если вам понравились летсплеи, то напишите комментарий, пожалуйста. Поддержите молодого геймера. Все, всем пока.